Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня мы с моим другом, профессионалом, продолжим выживать в этом мире, где на нас все время всякие странные цунами нападают, вот. И, кстати, а где сам профессионал? Я его что-то уже давно не видел. А я тут, Дубас, я сзади тебя. Ничего себе, а ты как это здесь появился, слышь? Так я тебя затроллил только что. Затроллил? Да нифига подобного. Я видел, как ты на крыше дома стоял. Ты что, офигел, что ли, совсем? Это ты офигел. Короче, мы с тобой сегодня хотели починить кирку, да? Да, и потом еще сломать генератор цунами. Да, я реально надеюсь, что у нас сегодня все получится, и мы уже до конца все это дело разрушим и сможем нормально выживать, да? Да, осталось только кирку починить и все. Да, только вот правда я не знаю, как починить кирку. Хотя, стой, у нас же есть наковальня, точняк. Давай тогда по-быстренькому на наковальне починим кирку и уже сломаем генератор цунами. Ты чё, дурак, Нубас? На наковальне только нубские кирки чинят. Нафиг. Чё значит нубские кирки чинятся? Ты чё сломал мою наковальню, дурак, что ли? Ну-ка, поставили обратно. Чё тебе не нравится, а? Да не нужна нам наковальня, пойдем на улицу, я тебе покажу, как чинятся профессиональные кирки. Чё-то я не понимаю тебя, ты какой-то странный сегодня. Зачем ты тут раскапываешь блоки, а? Смотри, Нубас, раскапываем такую небольшую ямку. Давай раскопаем, ну и чё дальше? Заливаем сюда немножечко лавы. Так. Кидаем сюда кирку. Ты что наделал, дурак? Ты же сжёг нашу единственную кирку, дурак! Ну, Нубас, успокойся, все нормально, потом кидаем сюда немножечко алмазиков. Ты не сжигай мои алмазы, это же ты у меня украл их, слышь, ты зачем все сжег? Теперь мы потеряли кирку и ничего не сделаем. Да все нормально, Нубас, мы ее не потеряли, она сейчас починится. Починится? Да ты сам иди починись, дурак профессиональный. Ты что меня столкнул, дурак, ты что делаешь? Так тебе и надо, ты просто взял и сжег нашу кирку. Где вода? О, блин, я не успел. А ты чё умер-то? Ты не успел до воды даже добежать? Ну ты даёшь, конечно. Вот она, наша кирка, Нубас. А чё это так она появилась-то? Да потому что ты, Нубас, не знаешь, как кирки профессиональные чинятся. Нифига себе, я думал, она сгорела, и ты меня опять троллишь. Нет, все нормально, я на этот раз нормально починил ее и все. Ну ладно, хорошо, блин, я уж испугался. И короче, ты ведь понимаешь, что у нас уже скоро Новый год будет, поэтому я тебе предлагаю сейчас взять и посадить крутую елку, под которую нам Дед Мороз потом подарки положит, вот. О, да, это, ну, Нубас, хорошая идея. Ну вот, короче, ты чё встал, отойди, дай мне взрастить елку, лошара. Не отойду, я буду тут стоять, понял? Ну и ладно, стой, она себя просто сейчас возьмет и убьет, понял? Нифига подобного, ты ошибаешься. Ну, давай проверим, все, я ее сейчас возвращу и... Ты умер. Это что вообще такое было? Ты как лошара просто взял и умер. Сейчас ты умрешь, как лошара, понял? Иди сюда. Нет, отстань меня, у меня и так мало жизней. Короче, посмотри на елку, какая она крутая получилась. Да, так-то она красивая, хоть и убила меня. А, да, короче, у нас также здесь вот такой вот есть снеговик. Прикольный, видал? Да, видал. А зачем ты его привязал? Ты что, офигел, что ли? Ты зачем его мучаешь? Чё значит мучаю? Слышь, ты чё его отвязал? А ну-ка, быстро назад привязал! Да нет, пусть он свободно себе ходит, зачем? Ну ладно, как хочешь, просто он так от нас уйдет и все, мы его больше никогда не увидим. О, смотри, он прыгает, прикол. Вот, никуда он не уйдет. А кстати, а чё это у тебя там за алмазное здание такое? Я его раньше не видел. Алмазное здание? А, так это моя будка для собаки, вот. А чё ты мне раньше собаку свою не показывал? Не знаю, ты не просил, ты хочешь посмотреть на нее? Да, хочу, конечно. Ну ладно, смотри, вот. Стой, посмотри, тут какие-то летучие мыши. Ой, они не кусаются случаем? Нет, они не кусаются, сейчас я быстренько с ними расправлюсь. Ты что там, пошел с ними сражаться, что ли? Тебя летучие мыши убили, ну ты лошара. Они меня покусали, блин. Ну ты даешь, конечно, не, я к ним не пойду. Нам нужно как-то моего песика спасти, понимаешь? Пошли, я со второй попытки их сейчас всех тут разнесу. Давай, разноси их, а я сейчас песика своего выведу наружу и, в общем-то, пусть он пока что у меня дома живет, а то вдруг его тоже эти летучие мыши покусают, ух, жесть. Блин, что-то у меня не получается с ними справиться.
Ну и ладно, все, главное, что мы песика спасли. Только почему-то у меня собака не хочет ко мне домой заходить, она какая-то странная. Ну-ка, давай, профессионал, помоги. О, спасибо, спасибо. О, да, я крутой. Да, да, ты крутой, молодец, спасибо. Ну и чё, я, в принципе, уже практически готов сражаться с цунами. Давай мы сейчас брони себе скрафтим, да? О, да, давай, скрафть мне какую-нибудь крутую броню. Крутую броню? Ну ладно, я тебе сейчас скрафчу такую броню, что ты офигеешь, какая она крутая будет, понял, да? Да, офигеть, я жду, давай быстрее, нубас. Да вот, держи тебе, земляная броня. Ты чё, дурак, что ли? Нафиг мне это... Фигня, я как дурак в ней смотрюсь. Ты крутой профессионал, ты сливаешься со стенами. Да фигня какая-то, я как дурак в ней выгляжу. Забери себе. Что значит забери себе? Все, у меня больше нету. Я себе скрафчу алмазную, а ты ходи вот в этой. Ты офигел что ли? У тебя куча алмазов, скрафь мне алмазную тоже. У меня нету алмазов, у меня вообще немножечко, видишь? Немножечко, у тебя миллион алмазов, скрафь мне броню быстро. Да нифига, все, ходи в своей дурацкой броне, тебя сейчас моя собака покусает, а ну-ка, понял, да, не нападай на меня, а то она тебя укусит. Ну и ладно, все, я в любой броне профессионал, так что ладно. Ну и все, договорились. Короче, я тебе также не сказал, что я собираюсь построить гигантскую радугу, потому что я обещал моим зрителям, моим подписчикам, что построю вот эту самую радугу, поэтому мы сегодня просто обязаны ее построить. Правда, у меня нету строительных материалов, вот, и нам как-то их надо достать, вот. Ну и откуда мы их достанем, я даже не знал. Я тоже не знаю, ну короче, смотри, уже солнце садится, и я тебе предлагаю поспать на дорогу и уже отправиться сражаться с генератором цунами, вот. Да ладно, давай, нубас, спокойной ночи. Давай, спокойной ночи, увидимся утром. Ой, ну все, настал новый день, привет, профессионал. Привет, нубас, ты только посмотри в окно. В окно посмотреть, а ну-ка, о, ничего себе, это какие-то радужные монстры, что ли, вот это да. Они что, пришли к нам, чтобы сражаться? Пипец какой-то, походу, на нас надвигается новое радужное цунами, прикинь. Да, походу, так и есть. Пойдем их расправимся с ними. Да, сейчас я возьму меч. И, кстати, точняк, у меня же есть еще джетпак. Я буду сейчас летать и сражаться с ними, вот. О, ничего себе, смотри, мы убили монстра, из него выпала куча шерсти, так это то, что надо, профессионал. Они пришли сюда, чтобы сражаться, и в итоге они просто подарят нам шерсть. Да, это очень круто, а ты прикинь, сколько шерсти выпадет вот с этого гигантского мутанта. О, это офигеть, ну давай сначала маленьких убьем. Давай, я лечу. Вот это прикольно, конечно, летать вообще. А ну-ка, давай, быстренько с ними расправляемся. И смотри просто, сколько шерсти валяется. Офигеть, вот это да, только меня сейчас убьют, нет. Сейчас я тебе помогу, профессионал. Я сейчас подлечу к этому какашке и по голове ему настучу. Он тебя убил, ну ты даешь, конечно. О, да, я его убил, наконец-то. А ну-ка, смотри, с этого монстра выпало по целому стаку шерсти каждого цвета. Офигеть, сколько тут шерсти, офигеть. Вообще жесть, вот это реально круто. Смотри, кстати, я летаю на своем джетпаке, и у меня он нормальный, не то, что у тебя был в прошлой ты серии. Ты что там летаешь? Я тебя убью сейчас, понял? Слышь, ты до меня ты не достанешь, лошара. Откуда у тебя нормальный джетпак? Я тоже хочу. А он у меня уже давно был, просто я тебе забыл показать его. Вот, я думаю, я его с собой возьму, чтобы сломать генератор. Правда, он почти сел, но ничего страшного. Короче, я тебе предлагаю уже отправиться, да? Да, давай только сначала положим шерсть и уже отправим. Давай, погнали. И последняя шерсть. Все, я все выложил. И, короче, на самом деле, нам нужно как можно быстрее нападать на этот генератор, потому что, как мне кажется, уже скоро на нас будет наступать новое цунами из радуги. Смотри! Офигеть, это... Вообще жесть. И что нам теперь делать? Оно, кстати, по-моему, самое большое, которое когда-либо я видел. Просто пипец. Это же реально радужное цунами. Вау, ну оно, кстати, красивое, да? Оно очень красивое, я в нем искупаюсь. А искупаешься? Да ты задолбал в цунами купаться. Короче, давай ты тогда спасешь моих животных по-быстренькому. Посадишь их всех в бункер, а я пока построю нам лодки, на которых мы поплывем туда, куда надо, да? Да, я снеговика тоже спасу, да? Давай, спасай всех, кого можно. А я нам сделаю, наверное, по две лодки, чтобы уже 100% они не сломались и все было хорошо. Ух, просто пипец. Ну все, где там спас моих животных?
Да-да-да, все готово, Нубас. Все, тогда держи тебе две лодки. Давай садимся и уже наконец-то плывем. Никакой цунами нам сегодня не помешает сломать генератор. Давай! Да, самое главное его сломать, и тогда все пропадет. Да-да-да, я с тобой согласен. Давай-давай быстрее. Главное сейчас нам не задохнуться и доплыть до самого конца этого генератора. Вот, потому что что-то я его вообще не вижу. А ты видишь? Нет, я не вижу, что-то мы далеко. Не знаю, а ну-ка, я сейчас катапультируюсь и... А, все, я тут, я на месте, давай ко мне, профессионал, быстрее! Да, я тут, у меня кирка уже наготове. Да-да-да, сейчас по-быстренькому ты должен сломать дверь, и мы пройдем наконец-то. Давай, у меня уже сейчас будет тратиться жизнь. Ай, больно, больно. Все, проходим, ну вас быстрее, давай. Ух, давай. Все, давай, закрывай все это дело. Ух, ну все, ничего себе, тут монстров как много. Ну, нифига себе, там еще лучники какие-то. Да, они с лука стреляются, и что нам теперь делать? Подойди ко мне, у меня есть план, ну бас, давай. Давай, я подошел к тебе. Короче, держи лук, будешь обстреливаться. А я в это время, короче, буду строиться к генератору. А, давай стройся быстрее, все, я их сейчас обстреляю, дурацкие радужные какашки с луками. На, получай, и тебе тоже, получайте, дураки. Ух, давай быстрее, профессионал, стройся. Я думаю, я их всех сейчас быстренько убью. И главное, это обстрелять лучников, потому что они самые мощные, вот. Да давай, я уже лестницу почти построил. Давай, давай, но мне, в принципе, не нужна твоя лестница, потому что у меня есть джетпак. Я сейчас подлечу и все. Ты чё, дурак, что ли, офигел совсем, да? Да, я крутой, не то что ты, лошара, через блоки строишься. Ну и ладно тогда, я все равно уже здесь. Ну ладно, все, короче, давай быстренько вот этот блок ломаем. О, ничего себе, ко мне мой песик телепортировался. Вот это прикол. Ну главное, чтобы он этот самый не упал в лаву, и все нормально было с ним. Да ладно, пусть он тут сидит, спускаемся, сейчас сломаем наконец. О да, я так рад, что сейчас все закончится. Давай, короче, я на счет три скажу, и ты сломаешь его, ладно? Да, давай, я готов. Давай, три, два, один, ломай эту какашку. Да, смотри, у нас получилось, вот это крутяк. Интересно, а цунами пропало? Давай быстренько сейчас сходим и проверим это. Все, наконец-то я выбрался, и, короче, ты сиди тут, а я побежал смотреть. Ты офигел, что ли? Помоги мне выбраться. Не-не-не, все, давай, пока. Кстати, у меня ж кирки нету, ну давай тогда быстрее ко мне иди. А, ну да, моей помощи ты всегда просишь, да? Конечно, прошу, и... Да, неужели? Офигеть! Мы сломали генератор, и теперь тут ничего не будет спавниться никогда в жизни. Правда, здесь остались небольшие лужицы, но я думаю, это не проблема. Они скоро исчезнут, и все будет круто. Да, радужные лужицы, как вообще, классно. Вообще прикол, конечно. Ну, короче, давай тогда по-быстренькому прибежим домой, посмотрим вообще, что там происходит. И, кстати, я уже вижу, что нам, походу, Дед Мороз подарил подарки, смотри. Офигеть! Подарки для нас. Да, смотри, это получается подарок для профессионала, а это подарок для меня. А ну-ка, что мне подарил? Ух ты, мне Дед Мороз такие крутые вещи подарил. А ну-ка, интересно, а что он тебе подарил? Это что, две земли? Серьезно? Это что вообще за фигня? Это даже не подарок. Я не заслужил такого. Тебе две земли подарили, профессионал. Ты это понимаешь? Ты такой лошара. Ты, походу, не получил подарков из-за того, что меня целый год троллил и плохо себя вел. Понял, да? Ну и ладно, не нужны мне дурацкие подарки. Ты просто лошара, остался без подарков. Ты просто посмотри, что мне подарили. Я у тебя все украду, понял? Ты чё? Офигел, что ли? Ну-ка иди сюда, мои подарки, понял? Не нужны мне никакие подарки, я и так профессионал, у меня все есть. Да, у тебя все есть, конечно. Ну ладно, ладно, не беспокойся. Я могу тебе подарить вот это золотое яблоко, держи. О, спасибо, Нубас, хоть на этом. Вот, ну короче, ты же понимаешь, что у нас есть миллион шерсти, и мы сейчас с помощью нее сможем сделать гигантскую радугу наконец-то. О да, под Новый год вообще радуга так получится. Да, круто будет, наверное. Поэтому, ребят, давайте мы сейчас ее построим, вот, и уже покажем, какая у нас крутая она получилась. И последний блок. Все, наконец-то мы достроили эту радугу. Ух, она реально очень круто выглядит, да, профессионал? Да, мне тоже очень-очень нравится.
Вот, и короче, ребята, на этом мы уже будем заканчивать этот второй сезон Цунами. Надеюсь, он вам понравился, и вы все поставите лайки. Вот, в общем-то, мы вас всех поздравляем с Новым годом. Желаем вам всего самого хорошего и наилучшего, да, профессионал? Да, ребята, всех вас поздравляю с Новым годом. Самое главное, ведите себя хорошо, чтобы Дед Мороз принес вам много-много подарков, а не как мне, два куска земли. Да. И в новом году, ребята, я буду вести себя хорошо и поменьше троллить нубаса. Да-да, поменьше троллить меня, какашка ты профессиональная, вот. Ребят, если вам понравился этот второй сезон Цунами, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами были мы, Нубик и Профессионал. Всем пока!